Депутат Госдумы Сергей Чижов обратился к приднестровским россиянам и пригласил их прийти на голосование по поправкам в Конституцию России. Россию с Приднестровьем разделяют сотни километров, но наша общая история, прочные культурные связи, единство в взглядах делает каждого из 200 тысяч граждан Российской Федерации в Приднестровье частью одной большой семьи. Это означает, что мы не только делим друг с другом счастливые моменты, мы всегда преодолеваем все трудности вместе. И, конечно же, все важные решения принимаем вместе. Поэтому я приглашаю вас принять участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию, сказал Сергей Чижов. Он представляет в Госдуме интересы российских граждан из Приднестровья.